Привет, дорогие товарищи, и мы сейчас в безопасной комнате, но это скоро будет опасным, потому что мы опять будем в деревне, и деревне полными с монстрами. И посмотрите. О, пинаем его. Я не знаю, где находится враги, и поэтому я избежаю храбро. Чтобы я могу найти, где будет. О, посмотрите, мы не можем возвращать опять. Место, где были, это вилли, это нет проблем, это вилли, о, избежай, скоро, немедленно, потому что это паразит, посмотрите, это трудно стрелять, потому что это маленький сын, зеленас. Но, по-моему, когда мы атакуем с автоматом, это работает прекрасно. Посмотрите, это дальность этого атак. Это типа паразит очень длинный. Поэтому это может быть проблемой, если мы ставим близко от него. Когда находится враг, я не знаю, что будет такой. Никто нет. В дом. Дома. Но есть сокровища. И эти сокровища, конечно же, полезны. Хорошо. Это окружение очень испугаемое, нет? Очень испугающий. По-моему... Как сюрприз. Товарищи, как сюрприз. Я не ожидал, что оно будет. Это может быть достаточно... Нет, это не... пополнил мы здорово. А почему не? О, привет. О. Хорошо. Это очень фартовный, потому что неожидаемый. Точно сказать. У нас есть место для предметы, боеприпасы, патроны. Хорошо. Что такое будет? А, я знаю. Был сокровище, драгоценный камень, на который... А? Куда вы, монстр? О, я не знаю, куда он? Ага. Я хотел. Хорошо, винтовка. Для винтовки. Но, к сожалению, это может быть нет места, что мы можем
Это как пазл. Конечно же. Хорошо, потому что это немножко редко в видеолупе. Это пулё винтовки, это редко, к сожалению, потому что это может быть очень, что такое, это очень интересно, когда мы можем стреляем из дальних мест. Из дальних мест. Хорошо, продолжаем. Очень темный. Поэтому это может быть важно, если мы можем слышаем, когда находятся враги, мы слышаем свой звук. Может быть, мы предупреждение, это может быть предупредил, предупреждение о монстре, это тревога, будет звук своих, что называется, своих следов. О, посмотрите, это что, это спинел? Хорошо. Нет, я не хотел. Я хотел. И если Ашли чувствует себя, что мой возглавляем под своей юбкой, он будет кричать, что выйдешь, и посмотрите, это медвежья ловушка. Ага. О, гадай. Монстр. Ага, привет. И два из них, один с оружием дальний бой. Как я сказал, в максимальном степени возможный мы используем нож и ног. Посмотрите, будет полными. А, хорошо, один монстр просто отстает перед нас и посмотрите. А почему? Опять? Хорошо. К сожалению, я закончил весь мой склад. Склад пул винтовки. Но это все равно, это нет проблем. Совершенно нет проблем, потому что мой по-настоящему мой просто сохранил, содержал мой склад и другие, потому что это просто занимался два различных пули. О. Отстатный медальон, который я не видел. Это очень стыдно. Мы можем видеть их прекрасно сейчас. О, хорошо. Это один нот, один еще денежник. Я не знаю. Нот. Or diary. По-русски. Сера и третья партия, третья сторона. Место рождения Сера уже неизвестно. Наверное, он использует этот секретный пассаж или секретный путь, который свой дядя, а нет дядя, это своя дедушка
научил его, когда охранили в регион давным-давно. Если я уверю, он скричает себя в моем территории на лесу. Если дедушка уже живой, конечно же, я использовал его, чтобы найти Сера. Но как он объяснял о яйце, которое мой вождь делал с своим телом? И потому что он мог выделить его после того, он открыл это hatched. Хорошо. И один дополнительный фактор, который переживает меня, Сера избегал моей территории перед той время, которой американский агент прибыл. Я не верю, это было случайным. Конечно же, будет дополнительный игрок, принимает свои участки. Нет. Чтобы мой решить это силою ситуацию, мой должен задержать Сера, и мы ждут до тех пор свои эффекты лекарства исчезнает. После мой выждаем его с дополнительным яйцем. О, хорошо, я не знаю, что значит. Сера был как нас вожделен с яйцем, с паразитом. О, гадай, гавудини, я не знаю. Будет монстр, но нет монстр. Хорошо. А, привет, господин. Если мы можем, пинаем его. А, хорошо. Молодец. Хорошо. Это очень испугаемый, нет? Особенно для госпожа Ашли. Потому что, конечно же, он, значит, господин Лиан. Храбро, мы избегаем из монстра. О, хорошо. Конечно, это был мой грех, который я не откончил их очень. Что такое? Хорошо. Достаточно. Нет проблем.
И посмотрите, медвежья ловушки. Конечно, это может быть проблем. Я неоднократно пострадал ранение из яйка, потому что неужидами. Я не смотрел, а, конечно же, не был первым разом, который я был во ферму, во ферме. Но это место есть. И поэтому я часто выступаю, наступаю на ним, на не, на е. И это совершенно проблем для нас. Один еще раз, но, к сожалению, к счастью, нету. Хорошо, достаточно. И не будет монстры. Здесь, к сожалению, это не работает. Хорошо, это не было. Я немножко переживал. И, конечно же, Ашли может пострадать, повреждений, может выступать на медвежью ловушку. Это может быть проблем. Хорошо. И монстры может еще задержать его, и если они стал очень длинным, дальний из нас, это может быть огромный проблем. Это будет концовка. Хорошо. Сколько? 17 минутки, это достаточно. Я смотрю вас в следующем клипе. Всего доброго, до свидания.